И всем привет, ребята, на канале Суперкошка, с вами Варя, и добро пожаловать в Роблокс. И нет, это видео не будет по именно этой игре. Это видео будет о том, то, что я устрою, наверное, новую рубрику на канале по Роблоксу. В общем, ну, как обычно, у меня проходит видео. Я просто беру, выбираю какую-то игру, и именно вот в эту одну игру я играю все видео. В принципе, все так и будет, но только с кое-какими целями. В общем, я хочу прокачать свой аккаунт в Роблоксе в различных играх. Я в этом видео буду, наверное, озвучивать те игры, в которые я буду играть, и цели, которых я хочу добиться в этих играх. В принципе, скорее всего, конечно, когда я уже добьюсь всех тех целей, которые я озвучила в этом видео, я буду играть в другие всякие игры и дам все прокачивать. Но в этом видео я попытаюсь вам рассказать именно о тех играх, в которых я прям не нравятся они. Я в них играю каждый день, и прям очень хочется в них прокачаться побольше. Ну, как-то так. И давайте сейчас закончится каточка в этой игре, и я уже пойду рассказывать вам о этих играх. Наверное, именно отдельное видео по этой игре не будет, потому что, ну, я даже не знаю, у меня как-то даже нету идеи, как, ну, что тут можно сделать. Ну, например, челлендж там без прыжка или что-то такое, ну, как-то скучно, наверное. Ну, в общем, сейчас я вот одержу победу и буду вам рассказывать про всякие игры. Ну вот и все, и встретимся через секунду уже в другой игре. Игра, которая мне первая пришла в голову при какой-либо прокачке, у меня Tower of Hell. Конечно, есть другие игры по типу Adopt Me, в которые я тоже очень часто играю, но давай. Но сейчас я зашла в Tower, и сейчас я буду вам уже говорить свои цели в Тавре. Ну, во-первых, я буду активно, так сказать, искать всякие секретки, чтобы получить побольше всяких хвостиков, потому что я хочу хвостики. Также моя цель именно по этой рубрике, это, ну, где-то 30 тысяч уточек, наверное. Это много, да и у меня сейчас 22. В принципе, я думаю, 30 тысяч я точно осилю. Разумеется, вот после того, как я 30 тысяч накоплю, я не буду забрасывать тавер, но это как-то странно, вот добить свои цели и сразу уйти в другую игру, потому что здесь я уже всего добилась, так сказать. Я потом, наверное, пооткрываю несколько боксиков с всякими хвостиками и эффектами. Но, повторяюсь, по таверу будет прям отдельное видео, оно будет называться, наверное, ну, наверное, я прям рубрику так назову, типа прокачиваю аккаунт в Роблоксе. Поэтому так и будут называться все видео на эту тему. Получается, ну вот видео по Тавру, например, будет называться прокачка аккаунта в Tower of Hell. Ну как-то так. И, наверное, там еще будут части, потому что вряд ли я за одно видео смогу нафармить там 8000 уточек, например. Конечно, за кадром я тоже буду играть, но это уже, наверное, не суть. За кадром-то я не буду фармить прям сразу все. Сразу, там, не знаю, 1010. Так вот, поэтому будет название где-то такое, ну, типа, прокачиваю аккаунт в Tower of Hell, часть, ну, там, первая, вторая, ну, вот и так далее. Ну что, встретимся в следующей игре. Ну, следующая игра — это Adopt Me. Думаю, здесь, наверное, и не надо говорить про всякие цены, что я хочу сделать. Конечно, инвентарь в инвентаре уже есть не один и даже не два всяких там рат или флайпэта. Но я понимаю то, что, ну, это, типа, нет, это нормально, но могло быть и лучше. У меня сейчас 26 тысяч монет. Я знаю, что надо копить, потому что следующее обновление с гориллами будет очень затратное, поэтому я коплю. Наверное, видео по этой теме я буду прокачивать пэтов на неонку, а также, возможно, покупать всякие боксики, которые выйдут в следующее обновление. И также всякие, наверное, яйца, и буду трейдить их на каких-либо пэтов. И буду видео получать райт или флай, а возможно, неонок. Ну, скорее всего, будет 100% видео, где я, вот просто полное видео будет о том, как я создаю неонки. Потому что у меня, ну, очень много пэтов, с которыми я могу сделать неонку или уже скоро сделаю.
А давайте я вам прямо сейчас их покажу, чтобы вы знали заранее, чего ожидать. Ну, во-первых, это неоновый зодиакальный цыпленок. Это единственная легендарка, которую я могу сделать неоновый в ближайшее время. А потом уже идут ни одного ультраредкого я, кстати, не смогу сделать неоновый. Есть медведь черной луны, редкий, я его смогу сделать неоновый, но еще не скоро, потому что у меня нет вроде бы ни одного медведя, который прокачан на full ground. Также золотая рыбка. Это пэт с этого обновления, и я уже могу спокойно сделать его неоновый. Но тут full ground, full ground, full ground и еще один full ground. Это рыбка джуниор. А также кои-карп. Он у меня вроде бы тоже... типа, он у меня не готов пока к улучшению, типа как не готов он мне к неонке, потому что у меня только два джуниора и один ноберт. А также попугай у меня он тоже не прокачан от слова совсем. А долгопята я скоро смогу сделать неоновым, но пока их у меня только три. Зебра, ну в принципе, у меня есть зебры, но они все на самом первом уровне. Верблюд, я могу сделать неонку, но вот один на самом первом уровне. Потом идет пудель. Я вроде не могу его сделать неоновым. Да, у меня. Блин, я случайно взяла пуделя, походу. Да. А куда же без этого? Так, сейчас, секунду. Вот. Ой. Так, секунду. Извиняюсь, что отвлекаюсь от темы. Потом жук-носорог. У меня тут все 4 на full ground. Скоро смогу сделать змейку. У меня их 3. Также муравьев. У меня уже был неоновый муравей, но его, разумеется, протрейдила. Значит, потом балийский скворец. Мне тоже готов к неонке. И я хочу сделать мега-неоновую кошку. У меня вроде сейчас 22 кошки. Я также хочу сделать мега-неоновую собаку. У меня сейчас целых 7 прокачанных кошек. Вот полностью. И скоро смогу сделать неонку из вот этого Малабёрд. И все. Ну вот мышки еще. Мышек тоже скоро смогу сделать неоновыми. Ну, в принципе, насчет баксов я не буду, наверное, ничего говорить, потому что баксики мне копить легко. Ну, вот некоторым моим подругам прям вот сложно как-то копить баксы, а мне это легко получается. Поэтому, думаю, по баксам я не буду ничего говорить. У меня сами цели это всякие райд или флайпеты. Ну и, конечно же, неонки и мега-неонки, это тоже все очень круто. Ну, что сказать... Уже очень долго я что-то вам показываю свои цели в Adopt Me, поэтому идемте в следующую игру. Ну и Murder Mystery 2. Я его вроде бы никогда не снимала на камеру. Ну что ж, с цели у меня почему-то сейчас написано то, что у меня первый уровень, но у меня он далеко не первый. Не то чтобы далеко, но где-то 35-й точно есть. А давайте посмотрим на мой инвентарь. Оружие. Ну, вот только такое. Если что, вот этот вот нож, медь мне подарили. Остальное я все сделала сама, но это не так уж и сложно, поэтому я не хвастаюсь. В общем, я не знаю даже... Моя цель хотя бы посмотреть, как ценится все это, потому что... Я еще и мартер. Да, блин, я вообще не смогу сейчас ничего сказать. Ну, во-первых, я очень плохо играю за шерифа, потому что я как-то не понимаю прям, как стрелять. Я поднакопила золото. Но, типа, цели мои в Мартере это более хорошие ножи. И я бы очень хотела, ну, в общем-то, скилл, типа, получше сделать, потому что, ну, я прям не очень хорошо играю. Ну, правда. Ну, прям вот плохо. Ну, совсем. Вот в следующей катке, надеюсь, у меня уже прогрузится мой настоящий уровень. Ну вот, моя цель это где-то, наверное, 50-й уровень, это как минимум. Еще побольше монет нафармить и в каком-то видео сделать такое мини-открытие, где буду открывать, ну, хотя бы 5 этих... Это боксиками можно назвать, интересно. Ну, в общем, думаю, вы поняли, о чем я. Еще у меня Murder Mystery налагает, например, вот сейчас. Я прям вот четко нажала на нож, однако у меня типа нажались эмоции, я не смогла убить человека. В общем, меня очень бесит, поэтому я сейчас начала играть уже от первого лица. Ну что это такое, девочка, пока. Да блин, что это? Нормально, нет? Ура, победа. Лаги.
Мне кажется, у вас не лагает, потому что у меня часто бывает то, что вот я вижу лаги, а вот на самой камере все прям идеально. А вот такой вот очень бесит, особенно вот сейчас. Меня, например, очень залагало, и я вообще не видела вот этого человека, который меня убил. Раздражает сильно. А, в общем, цели в Murder Mystery это, ну, где-то, ну, хотя бы вот видите, у меня 37 уровень. Моя цель 50-й. Именно на видео 50-й. А, так вот, инвентарь. Я хочу прокачаться в инвентаре. Также купить всякие эффекты. Что-то у меня ничего не прогружается. А, силы. Блин, я... Вот. Эффекты всякие. Я именно хочу купить призрачный нож. Из сил я, наверное... Поддельный пистолет или вы заспешите. Эмоции я куплю уже в самом конце. И я, наверное, вот сядьте. Ну и потом уже на остальные деньги, все остальное. В принципе, цели в Murder Mystery озвучены. Поэтому встретимся в следующей игре. Ну, блин, я хотела так. Встретимся в следующей игре. Ну и следующая игра это двери. Да, давайте-ка посмотрим мои ачивки. И у меня 77 смертей. Я до сих пор не выполнила ачивку типа, встретить свою сотую смерть. Я это буду делать на видео. Мне кажется, будет даже прям отдельное видео, где я просто захожу в карточку и как-то пытаюсь как можно быстрее умереть. Именно умереть, да. Потому что, блин, уже, ну, например, моя подруга уже получила эту ачивку, а я нет. В общем, смотрите ачивочки мои. Какие есть? Это есть. Так, ну 100% нет. Так, секундочку. Сейчас я посмотрю. Сейчас как-то странно они выделяются. Те, которые есть, нет. Да блин. В общем, нет, нету вот ачивки за типа изгнать глаза крестом. Нет ачивки изгнать Хальта крестом. Нет ачивки изгнать Дюпа. Крестом. Нет ачивки эксперт. Я не понимаю, как ее получить. То есть я понимаю то, что надо пройти, типа, без ошибок, но, блин, у меня не получается. Нет ачивки предательства. Я очень хороший человек, я не предавал никого, и, типа, из меня никто не умирал. Я, наверное, ну, не буду это специально делать, я попрошу подругу пойти со мной в катку, чтобы выполнить эту ачивку. Ну, потому что прокачка аккаунта как-никак. И вот 100 смертей. Смотреть свою сотую смерть. Я не могу, мне 77 смертей. А также Exit это вроде бы, ну, типа, пройти, типа, в общем, не знаю, как сказать. Вроде там выход есть на где-то 250, какая такая дверь, но именно сам выход на сотый. А это что за... А я не очень понимаю, это типа вот это 1000 или что? Мне почему с каких пор у меня все на английском? Где-то здесь, наверное, можно же язык настроить. Но у меня все было вот на русском, а сейчас все на английском. Почему? Ладно, пропустим этот момент. Надеюсь, это типа А1000 или что-то такое. Хотя вроде бы на А1000 именно прям вот написано А1000. Блин, я ничего не понимаю. Это вроде вообще типа зайти в Rooms. Ну, вот как-то так. Именно по монетам у меня цели нет, потому что ну зачем монеты вообще в дверях? У меня и так предостаточно, почти 5000. Ну и в принципе на этом цели закончены. Просто выполнить все бейджики. Будут отдельные видео, как я изгоняю кого-то. И пытаюсь пройти. Типа румса, наверное. Но также будет отдельное видео, как я просто пытаюсь выполнить ачивку со 100 смертями. Ну, а на этом все. В дверях ачивки всякие кончились. Цели мои. Увидимся. Ну, через секунду в следующей игре, чё я. И я не знаю, как называется эта игра. Возможно, вы вспомните, но я ее вроде не записывала. В общем, как вы видите, у меня 32 победы и 658 золота. Тут у нас, вижу, появились новые всякие яйца крутые. И именно их я буду покупать во всех своих видео по прокачке
типа по прокачке аккаунта именно с этой игрой. Тут, смотрите, красные, типа, платформы убивают, синие надо закрашивать, а зеленый это сейф-зона, где тебя ничто никогда не может убить. А на самом деле довольно сложно, и я, наверное, не смогу нормально и играть, и записывать, потому что, ну, это очень сложная игра. Я вообще, ну, типа, не прям вот очень сложно до невозможности, но ее очень сложно записывать и проходить. То есть надо и речь формулировать, и как-то играть адекватно, чтобы не умирать каждую там секунду. Ну, сейчас я вот заговорилась и чуть не умерла. Ну, на этом все, наверное, в этой игре. Больше не знаю, что сказать. Цели по монетам, наверное, 1000. Ну и, разумеется, будет видео, когда как я открываю всякие яйца и пытаюсь выбить всяких питомцев. Давайте до докаточку сейчас доиграю. Возможно, умру. Возможно, нет. Специально я умирать не буду. Ну, в общем, сейчас проверим. Смогу ли... Так, тут 3 раунда, как вы поняли. Ну или не поняли. Я не вижу еще синий квадратик. Где он? А, вон там, вон, сбоку. Уже закрасить не могли. Так, здесь сейчас пройдет и быстро вот так вот. А, тут вот 3 раунда, у меня 2 из 3, сейчас третий. Блин, он очень долгий, наверное, не буду вам показывать его. А, вот тут вот написано, сколько матчей я выиграла, сколько часов в игре и все такое. Самая высокая серия побед еще написано. Блин, я не очень хочу показывать на камеру этот раунд, поэтому увидимся в следующей игре. И мне кажется, эту игру вы уж точно не ожидали встретить на моем канале «Радужные друзья». Да, я играю в них. Конечно, играю не так часто, но мне кажется, прокачать аккаунт именно в этой игре не будет лишним. Давайте посмотрим, сколько у меня монет и все, что я могу купить. У меня 1200 монет, и я, наверное, буду видео всяких, во-первых, наверное, всякие челленджи делать, и буду копить на вот роса необычный. Ну, или что-то другое, здесь же 100% есть, ну, типа, есть другие коробки, например. То есть тут только необычная, редкая за... алмазы. А как я понимаю, алмазы за Робакса. Ну да. Ну что? В этой игре вроде бы больше цели нету. Ну, то есть накопить на вот эту коробку роса или цветной диск. В общем, что-нибудь точно куплю. И я не знаю, что даже сказать. И вроде бы это все игры. Я вам напоминаю, на всякий случай, наверное, буду прощаться. Хотя нет. Я напоминаю, если я уже добьюсь всех целей в этих играх, то все равно будут выходить видео под названием «Прокачка аккаунта в какой-то там игре». По логике, каждое видео это прокачка аккаунта. Но здесь, в этой рубрике, я буду прям вот цели свои выполнять, которые я давно хотела. Ну и что-то такое. И сейчас я еще поищу игры, в которых я хочу выполнить какую-либо цель. И, ну, типа, в которых у меня вообще есть цели. И если я выполню уже все цели, то я все равно, наверное, к тому времени, как я это все выполню, я найду себе еще разные игры, в которые мы будем играть. Поэтому сейчас я попытаюсь найти новую игру. То есть не новую, в общем, в которой я хочу, ну, как-то прокачаться. Ну, в принципе, сейчас увидите. В общем, я надеюсь, обойдется без хейта. Я играю в Playzonat. Потому что, блин, донатить я пока, ну, не очень хочу. Но если людям не жалко, то, ну, пусть донатит. Мне уже донатили, разумеется. Ну, как разумеется. Мне уже донатили, но я не прям настаиваю, заранее говорю, что вы меня не хейтили как-то. Я не настаиваю. То есть я просто прихожу к человеку, типа, можешь, привет, может, ты там мне задонатить? Он говорит, нет, закон, ну ладно, ухожу. Потому что есть такие люди, которые, типа, привет, можешь... Мне самой такие приходили, то есть я вот в таком скине, даже не донатерском, ну, потому что я не донатер. Логика. То есть ко мне спрашивают, привет, дай, пожалуйста, робокс. Я говорю, нет. И они такие, нет, давай, а то я тебя не отстану. Это рил заканчивалось тем, то, что мне это уже надоедало. Я просто беру и выхожу с сервера, потому что это раздражает. То есть, ну, человек, ты хотя посмотри то, что у меня скин особо совсем не донатерский. Типа,
Я спрашиваю, донат, и все. То есть я ухожу, если мне человек либо игнорит, либо отвечает то, что у него нет. Я не добиваюсь, типа, чтобы мне задонатили там 2 миллиона. Я прошу вообще 2 робокса. Ну и кому не жалко, они донатят побольше. Ну, в общем, надеюсь, обойдется без хейта. Но мне сейчас покажу, сколько задонатили. Надеюсь... В общем, вот столько. Мне задано 475 робоксов. Но, типа, пришли, разумеется, не все. Пока пришли 265. Вы скажете, почему ты не покупаешь скин? Или ты нас, получается, обманываешь, типа, заставляешь людей донатить, хотя у тебя есть робоксы. Я коплю на скин своей мечты. А он, ну, очень дорогой. Скин моей мечты стоит 600 с чем-то робоксов. Поэтому я, ну, вот раз говорю, типа... То, что я на мечту коплю, кому не жалко, ну, задонатит 2 робокса, помогите. А, ну, и некоторые донатят больше, чем 2 робокса, по 10, наверное. А, есть люди, которые донатят 2, и я за это не обижаюсь, то есть спасибо, что вообще задонатили. И цель в этой игре... Накопить на скин мечты. Просто накопить на скин мечты. Я не знаю, сколько мне надо задонатить, чтобы мне пришло именно 623 робокса. Именно столько стоит мой скин. Давайте я вам сейчас покажу, типа, сколько людей и что мне донатили. Так, секундочку. Что сейчас делал? А, куда нажала? Ладно. Да, ё-моё, а где посмотреть, сколько? Вот. Мне один человек задонатил 103 робокса, причем знаете как? А... Я к нему подхожу, вот, который на топ-1 месте. Я к нему подхожу, говорю, типа, привет, можно там задонатить немного? Он такой, ладно, идем. А, и, значит, мне донатить 3 робокса, сейчас у меня донатов 3 робокса нету. И потом я, ну, гуляю, там, мало ли, еще кто-то задонатит, по этому же серверу я пишу, можешь еще... Ой, не ему пишу, а, в общем, другому человеку, можешь задонатить там 2 робокса. А, и он такой, нет... Ну, я иду к своей стойке, думаю, может, там тут кто-то стоит. И вижу, за мной идет этот человек, который мне уже донатил 3 робокса. И он мне берет, донатит 100 робоксов и спрашивает, хэппи? Я такая, да, спасибо огромное, это были мои 100, ну, типа, первые 100 робоксов. Ну, на этом, наверное, уже точно игры, в которые я прям играю, подошли к концу. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вы будете смотреть новую рубрику. Ну, и всем пока-пока.